Нам теперь нужно куда-нибудь, я думаю, вообще лучше убраться с этого острова. Вау, вот эта высота, ребята, в кусты! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня выбросило просто из машины. Дорогие друзья, а перед тем, как вы посмотрите это видео, рекомендую вам подписаться на мой канал. Также обязательно ставим лайки. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство. И сегодня мы с вами будем играть в эту замечательную игру. Будем продолжать играть вот этим чуваком, который любит у нас всегда разбиваться, ездить где попало, прыгать с огромной высоты и летать на самолетах. И сегодня мы с вами будем кататься на монстр-траке. Ну что ж, я хочу просто сказать, поехали, прокатимся, посмотрим, на что этот автомобиль способен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А у нас пулеметы стоят. У нас пулеметы стоят, ребята, на монстр-траке и гранатометы. Так что мы с вами можем просто на этой машине что хотим, то и делаем. Смотрите. Аккуратно, аккуратно. Едем, едем, едем. Давай, 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 да, детка. Наш автомобиль проедет где угодно, я хочу вам сказать, ребята. Вау. Отлично. Дождь пошел. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ребята. Давайте с вами где-то. Давай, газу, 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 газу. Да что ж такое-то? Я хочу выехать на монстр-траке. Ого, мы переехали с вами машину. Просто ее раздавили. Чувак кричал только что: моя тачка, моя тачка. Но мы не жалеем никого, ребята. Ведь мы же играем в эту игру для того, чтобы все здесь крушить и ломать, естественно. Так. Смотрите, наш монстр-трак даже деревья валит. Проедем везде и выедем везде, где надо. Вау. Вот это я понимаю автомобиль, который... Посмотрите, через какие камни он проезжает. Он проезжает просто везде. Давайте еще раз по лесу. Опа-па. Это такая за светение какая-то. Ладно, объедем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Врезались с вами в дерево. Едем дальше. Вот это, вот это автомобиль. Так, я когда-нибудь выйду из этой тайги или нет, ребята? Вот это, наверное, все. Если меня выбросило из машины, то это, наверное, все. Или не все. Или мы еще сможем покататься. А нет, ребята. Мы еще можем залезть в нее и поехать, проехаться. Давай заднюю сдавай. Давай, давай, давай. Вперед, 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 вперед. Газу, 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 газу. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихонечко. Или повоюем немного. Давайте повоюем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, в меня кто-то стреляет. Полиция приехала.
Не стреляйте меня, пожалуйста, я сдаюсь. Все, я убегаю, я хочу убежать с этого острова. Вот так вот, переехали. Вот так вот, и тебя переедем, всех попереезжаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тетя, я не хотел вас задавить, простите. Так получилось. Вау. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это авария. Так. Ребята, вы понимаете, что за нами теперь следит полиция? Нам теперь нужно куда-нибудь, я думаю, вообще лучше убраться с этого острова. Вау, вот это высота, ребята, в кусты! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня выбросило просто из машины. Все, машина, короче, ребят, разбилась. От полиции мы вроде убежали. Оторвались. Теперь давайте пробежимся пешочком, что ли. Так, а куда же бежать-то? Я это понимаю. Вон, там уже вода. Сейчас мы сделаем с вами отличную прогулочку. Так, пролетимся над деревьями. Ага, вижу. Так, кусты нам мешают. Все, ребята, мы с вами сейчас прилетим к берегу. А там уже, я думаю, на самолете мы сбежим с этого проклятого острова, где нас так не любят. Так, давайте долетим до воды. А там вызовем нашего помощника, который нам что-то, я думаю, пришлет в подарок. Мы с вами просто улетим на другой остров, и все. Так, ребятки, хочу вас предупредить, что на канале присутствуют различные розыгрыши. Если вы подпишетесь на канал, то у вас есть возможность выиграть игровую приставку или еще что-то. Так, ну что ж, поехали. Побежали. Вот так вот сделаем, потому что пешком идти не хочется. Пролетимся еще немножко на парашюте на нашем. Как раз до моря. Отлично. Так, ну что ж, в принципе, давайте вызовем нашего дружбана. Конечно, можешь, дай мне, пожалуйста, мой истребитель любимый, я на нем сейчас улечу. 30 тысяч долларов стоит наш самолетик, но ничего, у нас денег море, у нас все взломано, так что мы с легкостью сейчас улетим с вами с этого проклятого острова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, понимаете, крыло зацепилось об воду на большой скорости, и я просто погиб, представляете? Разве такое может быть? Мне кажется, такое случается довольно редко, но ничего, сейчас мы повторим еще раз. Улетим все-таки отсюда и приземлимся где-нибудь на другой остров, где живут различные аборигены. А уже в следующей части мы на следующем острове будем с вами крушить все. Сейчас посмотрим. Так, загрузка, загрузка, загрузка. Что ж ты так долго загружаешься, наша отличная и замечательная игруля? Легкие ранения заживают сами. Если вы не получаете повреждений в течение какого-то времени, серьезные... Так, ну что ж,
ребята. О, ребята. Скорпион, залезай. Залезаю, дорогой. Так, ну что ж, хочу сказать вам, что нам никуда и бежать не надо. Мы уже вот на другом острове. Давайте прокатимся на автомобиле в пропасть и посмотрим, как он в пропасти себя. Ой-о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 й
Прости, друг дорогой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Вот это да. О, ребята. Ну все. Ну это все. Как так? Я падаю с огромной высоты. Спасите меня. Ребята. Фух, с машины меня выбросило. Но я остался живой. Фух. Вот это у нас только что, ребятки, была авария. Посмотрите, с какой высоты мы упали с вами. Вот это высоко. Автомобиль наш где? На дне лежит. Давайте посмотрим. Где наш автомобиль? Делся. Лодка плывет. Странно. А где мой автомобиль, ребята? Короче, походу он... унесло его водой. Так, ну что ж, дорогие друзья. С вами был Юра, вы были на канале Вечное Детство. В следующей части мы с вами уже побеспредельничаем на этом острове. Подписывайтесь на канал. До встречи.